Ставрополе могут построить новую объездную дорогу. Она протянется от гипермаркета на северо-западе города до 45-й параллели. Магистраль поможет разгрузить проспект Кулакова, улица Ленина и Доваторцев и избавить их от пробок. Кроме того, доехать на юго-запад Ставрополя из Михайловска можно будет, даже не заезжая в город. Об этом на своей странице в Инстаграме сообщил губернатор Владимиров. Он также рассказал, что строительство дороги может затронуть территорию Русского леса. Поэтому глава края открыл голосование, где предложил ставропольцам высказаться за или против. Приступать к проектированию будут только после того, как взвесят все позиции. В станице Мариинской капитально отремонтировали участковую больницу. Там заменили кровлю, напольное покрытие, окна и двери. Обновили инженерные сети и выполнили внутреннюю отделку помещений, сообщили в управлении по информполитике правительства региона. Работы прошли благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения Ставропольского края. Завершается первый этап ремонта Шпаковского группового водовода. Замена изношенных участков объекта поможет решить проблему дефицита воды в селах Старомарьевки и Надежде, а также в хуторах Ташле и Кизилове, сообщили в краевом МинЖКХ. Специалисты меняют асбестоцементные чугунные трубы на полиэтиленовые большего диаметра. Реконструкция водовода проходит по поручению губернатора Владимира Владимирова. В Кисловодске завершается благоустройство набережной Подкумка. Там обустроили дренажную систему и заасфальтировали подъезд в пешеходной зоне. Также проложили велодорожки, установили ограждение и освещение. До конца ноября установят детскую площадку. Благоустройство ведется в рамках программы формирования комфортной городской среды. В станице Кармалиновской на улице Красной ремонтируют 3-километровый участок дороги. Это обеспечит комфорт автомобилистам и пешеходам, а также поможет снизить аварийность, сообщили в региональном Миндоре. На отрезке сейчас обновляют покрытие и укрепляют обочины, а вскоре там установят знаки. Работы проходят в рамках краевой госпрограммы «Развитие транспортной системы».